Добрый день. 12 июня 21 год. Обзор сухожара. Купили мы его для подарка. Мы будем использовать его для стерилизации зубных протезов. Инструкция на английском языке. Мощность 300 ватт, 50 Гц. Вот тут такой один листочек, как бы сухожар. Сейчас посмотрим теперь содержимое. Такая упаковка, конечно, плотная, а где-то ничего, попробую его достать. Сейчас. Китайцы запаковали очень плотно. Так, сейчас вот он. Еще цена, цену мы оторвем на это. Как это мы забыли за цену. Так, все, цена ликвидирована. Ну, тут все просто. Тут выставляешь вот эта температура, тут стоит сколько градусов? 180, да, а это, оп, пошло время. Там, наверное, мы много поставили, да? Придется ждать, сколько я там поставил? 12 минут, да? Ну да, самое больше 60 минут. Сейчас я вам покажу. Вот он. Раз. Это кольца, за которые надо поднимать, потому что температура тут большая. Ну и все. То есть как бы все минимально и просто. Этот работает, да? Отсчет идет. Ну, шланг выключить, провод выключить не будем. Ну и клацает. Так, ну 10 минут мы ждать не будем. Отполировано как зеркало, можете посмотреть. Так что вот так вот, я не знаю, правда, эту пленку, да, эту пленку надо будет удалить. Защитная пленка, чтобы она не сгорела. Ну и все. Все просто. Можно использовать как медицинский аппарат медицинский. Медицинских процедур, но там сейчас я вам покажу, там вот эти вот получается спираль нагревается и паром, так что вот так пожар мы купили на подарок. Сейчас поедем его поздравлять деда, потому что дед свои протезы моет непонятно чем. Все. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Будем дальше снимать для вас обзоры.